этом ролике я попал в настоящую игру Among Us в Майнкрафте. Тут все то же самое, как и в самой игре, но есть одно но. В этой игре абсолютно все предатели. Вот это поворот! И моя задача будет отобрать нож у каждого из этих предателей. Это будет сложно, но невероятно интересно, поэтому приготовьтесь, мы начинаем. Фух, вот я наконец-таки и прибыл на этот корабль. Я немножечко сейчас переоденусь в Амогуса, чтобы быть хотя бы похожим на них. И давайте мы сейчас выберем с вами питомца. О, пускай будет он. Я думаю, это будет мой идеальный питомец. Здорово, чел! О, привет! Только я не знаю, как его можно назвать. Я думаю, что вы с этим сами справитесь и напишите мне варианты в комментариях, да? Правильно? Ну, собственно, еду на корабль проносить нельзя, это мы уже знаем. Узнали, кстати, в прошлой серии. Ну что же, все, приготовились. О, ребята, привет, а вы чего же здесь, что ли? Ты-то что тут делаешь? Привет! Здорово, Лёня. Я не думал, что ты здесь тоже будешь. Блин, что делать-то? Слушай, Ленин, я не думал, что ты тут тоже будешь. Это я только что сказал вообще-то. Нет, ты. Чего? Ой, Лёнь, все, хватит. В общем, а через сколько игра начнется, а? Через... Сейчас узнаю. Лёнь, а ты это, собственно, куда пошел-то? В стенку. В принципе, логично. Ну окей. О, дверь уже открывается. Все, Леонид Андреевич. 15. Через 15 секунд, серьезно, так дверь же уже открыта. Я думаю, можно бежать. 10. И за это время, я думаю, можно успеть поставить лайкосик. Согласен, Леня? 1. Да, согласен. Ну все, Лень, иди выполняй задание. Я тоже пойду, в общем, потихонечку выполнять. Только мне нужно кое-что здесь сделать тут гаечным ключом. Владус, у меня подарок. Лень, иди, пожалуйста, задание выполняй вместе с Амогусами потом. На корабле с амонгасами? В своем уме, Леня. Забери подарок, пожалуйста, иди отсюда. Танк лучше, чем изолента. Но это не точно. Задание не и больше меня не беспокой, все. Я пока здесь выполню задание, а ты там выполняй. Так, сейчас, значит, нужно расположить это все по порядку. Каждые числа аккуратненько мы сейчас делаем вот так. Все, готово. Только не ругайся, скажу кое-что и пойду. Ладно, говори, только одно. Говори быстрее. Кое-что. Ёлки-матрёшки. Дебил шоколадный. Так, что у нас здесь показывают? Да какая разница, что у нас здесь показывают? Чуваки, вы понимаете, что Лёня, скорее всего, тоже предатель в этой игре? Давайте я кое-что проверю через эту кнопку. Ну-ка. Ваша роль мирный. А, так и знал, чуваки, что все предатели, кроме меня. У меня здесь кое-какой есть тайничок. Вы, пожалуйста, не смотрите. Ага, все, вот, достал. Это бомба! Только я не могу вам сказать, какая именно. В общем... Ножик у него, ножик. Стоять, красный! Зараза такой, чуть-чуть, бежим за ним. Почему так быстро бегает, а я так медленно? Сейчас мы его подловим. Хорошо, что у меня есть гаечный ключ. Он должен быть в одной из этих комнат, 100%. Сейчас мы его... Вон он. Кидаем вот эту бомбу в него. И сейчас там будет просто дикая дичь. Эй, красный! Это что такое? Ой, кажется, тебе плохо. Так, сейчас мы тебя подловим, зараза. На, получай. Ага. Я так и знал, чуваки. Вот вам, пожалуйста. Вот. Трупак красного и его нож. Отлично. Так, теперь этот нож мне нужно куда-нибудь спрятать. Да подальше. Потому что на меня могут подумать, что я как бы предатель. Тихо, желтый идет. Так, нужно костюмы постирать. Да, желтый? Че стоишь-то, в задание не выполняешь? Давай иди и стирай костюм синего. Что ты стал-то тут? Ну... Не понял? Ты куда побежал стоять? Ты че? Ты че на кнопку побежал, Жаль? Стой, желтый! Зараза. Ну нафига ты собрал это собрание, желтый? Я голосую за синего, он предатель. Да не надо за меня голосовать, я честно не предатель. Ребят, поверьте мне, желтый врет. Стойте, вы куда, он предатель, поверьте мне, пожалуйста. Хана тебе, я за тебя еще проголосую. Ага, давай, проголосуй. За себя смотри, не проголосуй. Зараза такой желтый, а? Какое собрание? Я успел, Владус? Собрание еще не прошло? Нет, Лёня, еще не прошло. Вот иди к кнопке, сейчас все остальные подтянутся. Давай, жди. Хорошо. Фух,
Я жму? Нет, стой, не жми, уже кнопку нажали. Просто жди собрания. Тут Леня дурак, а. Сейчас он будет стоять там ждать бесконечно. Па-па-па-па-па-па, мы везем с собой кота. Ну что там, где все-то, а? Ну что за фигня-то, я уже не могу. Где собрание-то, когда будет-то, а? Алло, блин, тормозы. Так, нужно сейчас отыскать желтого, потому что эта зараза мне потом жизни не даст. Нужно его завалить 100%. Трупах-то надо бы куда-то, наверное, спрятать. Дайте-ка я его уберу. Все, я думаю, пора Опа! Опа-опа, желтый пошел в столовую. Хорошо, я тоже туда как раз планировал. У меня есть отравленная пицца и отравленная динокола, понимаете? А эти амогусы очень любят диноколу. Сейчас мы ему все подменим. Вот так вот оббегаем аккуратненько. Сейчас. Желтый! Слушай, я тебе сейчас покушать принес. Вот самая свежая пицца, только что из печки достал. И колу. Братишка, покушать принес, что ли? Спасибо. Да, покушать принес. Вот твой кусочек. Именно этот, кушай его. Он самый теплый и горячий. О, классно! Это будет очень вкусная пицца! Да, будет очень вкусно. Очень максимально вкусная пицца. Желтый выпал из мира. Вы посмотрите, даже трупака от него не осталось, представляете? Ага, зато нож остался. Аккуратненько мы заберем и сложим его сюда. Уже 2 ножа у меня получилось отобрать. Хорошо, давайте для беспалевности выполним какое-нибудь задание. Например, вот это. Я не знаю, что это за задание, но все, оно готово. Зеленый, ты куда бежишь? О, кто-то куда-то там за кем-то бежит. Ну-ка, ну-ка. О, Синий, эй, слушай, иди сюда, Синий. Эй, алло, я здесь. Иди-ка сюда. Там, мне кажется, зеленый предатель. А, серьезно? А ты не предатель? Я не предатель. Ты не верил. А, ну смотри у меня, смотри мне в глаза. Иначе получишь, понял? Да, это ты получишь. Ты офигел, что ли? Все, отстань от меня, я пошел задание выполнять. Ты-то не можешь задание выполнить, потому что ты предатель, да? Да я не предатель. Ага, ага, знаем мы вас, не предатели. Иди отсюда уже, давай, давай. Теперь, ребята, давайте мы перебежим. Блин, зараза за мной бежит. Слушай, если будешь за мной бежать, я тебе дам пол бугаечным ключом. Так что лучше этого не делай. Я пойду сейчас в мой тайничок, потому что у меня там кое-что припрятано. Ты меня не понял, что ли, или как, или что, тебе по-русски объяснить, или что? Ты не понимаешь меня? Все, быстренько сваливаем от него, быстро, чуваки, в мой тайничок нужно... Зараза, вы посмотрите на него, а, бегает же за мной. Кыш, отсюда, иначе я нажму на кнопку, или я тебя сейчас подставлю. Я семечки забыл, я заберу. Да какие семечки, что ты... Не понял, а что... А что там Леня-то сидит? Это твой дружок. О, наконец-то хоть кто-то пришел на собрание. Ну что, кто предатель? Лень, ты дурак? Ты, голосую за тебя. Так, ребята, вы тут разбирайтесь пока, я пойду... За мной не иди, потому что мне нужно выйти, понял? По своим делам, между прочим. Так, чуваки, не подсматривайте. Упс, а что это у меня тут такое в руке? Да, вы правильно поняли, это перчатка бесконечности. И мне нужен вот этот камень реальности, который я сейчас сюда поставлю. Oh my God. Знаете, что я сделаю с помощью этого камня реальности? Я ж теперь могу менять реальность, правильно? Да ладно! Поэтому я ее сейчас поменяю. Опа! Вот это другое дело! Теперь этот синий мне вопросов вообще никаких не задаст. Представляете, как он офиге... Не понял. Чё делал? А, как чё делал? Так я этот там, ну, ходил, в общем. А еще, слушай, представляешь, я, в общем-то, теперь, ну, предатель. Вот, смотри, у меня нож... Ты зачем нажал на кнопку? Так ты же предатель! Логично! Вот ты дурак, конечно! Ну ладно, голосуйте тогда за синего, чё ж! Ура! Наконец-то собрание! Привет, ребята, я вас заждался! Лёнь, молчи, пожалуйста, а! Мы голосуем за синего! Ну нафига? Нафига вы проголосовали за синего? Я вообще в этом не виноват. Уходим быстренько, закрываем за собой дверь и... Синий был предателем. Эх, хорошо летит, хорошо. Пока, Синий, пока. Надеюсь, мы с тобой больше не увидимся. Вы сами все видели, он был предателем. И у меня добавился еще один нож в инвентаре. Пожалуйста, 3 ножа сразу же. Но теперь, чтобы не спалиться, а то все подумают, что синего же больше нет. А я все еще здесь. Давайте сделаем с помощью перчатки бесконечности вот так. Осталось всего парочку предателей. Здорово, зеленый. Слушай, а ты случаем не предатель? Не, я точно не предатель. А, чё, правда, что ли? А я вот тут нож у предателя забрал, смотри. Ты предатель! Стоять, стоять, стоять! Нифига себе, ножички сыпятся! А,
вот сколько ножей было, чуваки. У меня весь инвентарь теперь с ножиками. Не, ну, мы его проверили, он был предателем. Владус, ты где? Ой, Лёня, блин, что делать-то с Лёней? Он же тоже предатель. Хороший вопрос. Я даже не знаю, что ему ответить-то. Лёнь, я здесь, в отсеке, в компьютерном отсеке. Приходи сюда. Так, нужно его сейчас как-то подловить. Я придумал, сейчас мы сделаем ему ловушку. У меня есть вот такая клетка-ловушка. И сейчас Лёнчик должен, по идее, в нее попасться. Все, стоим здесь и ждем его, просто когда он сюда подойдет. О, Владус, ты... Что происходит? Владус, выпусти! Ага, Лёня, я тебя не могу выпустить, потому что у меня есть подозрение, что ты предатель. Не-не-не-не-не, Владус, я не предатель! Лёня, в этой игре все предатели, кроме меня. Я же знаю, так что признавайся. Либо отдавай нож, либо я тебе дам полбу. Нет, неправда, я не предатель! Что же с тобой сделать-то, Лёня? Что же с тобой сделать-то? Как бы тебя проверить? Я сейчас подумаю. Есть план, Владус. Ну и какой же? Чтобы пирожки получились вкуснее, надо в тесто просто сахара добавить. А что, так можно было, что ли? Классный план. А как докажешь, что ты не предатель-то? Я не понял, Лёня, давай быстрее. У меня есть камень реальности в перчатке бесконечности. Я могу тебя испепелить прямо сейчас. Так это, ты убей меня. А, ну ладно, тогда выходи, конечно, Лёня. Сейчас мы тебе с тобой разберемся. У меня как раз есть нож. А-а-а, только не нож. Я боюсь ножей. Лёнь, ты себя как-то странно ведешь. У меня просто тоже есть нож. А, стоп, что? Два ножа. Ты... Офигел, что ли, Лёнь, давай завязывай! Я, говорит, не предатель, я не предатель. Лёня был предателем. Ну, я так и знал, чуваки. Если вы хотите видеть следующую серию, как я краду ножи у предателей, то вам нужно набрать 15 тысяч лайков под этим роликом. Постарайтесь это сделать прямо сейчас, и следующая серия выйдет гораздо быстрее, чем вы думаете. Подпишитесь на канал, кнопка подписаться вот здесь. Карапуз? Ты что тут делаешь? Я выиграл. Карапуз выиграл. Карапуза хватать тебе, лучше беги отсюда. Посмотрите другие ролики, мне нужно разобраться пока что с карапузом. Пока.